Незаконно выловили сотни экземпляров рыб в Заинском районе. Сотрудники управления экономической безопасности задержали группу местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче биоресурсов. После задержания у предполагаемых браконьеров изъяли несколько моторных лодок и десятки рыболовных сетей. Тему продолжит Айрат Назипов. Незаконной рыбалкой занимались двое местных жителей. Сотрудники управления экономической безопасности установили, что для этого они использовали моторную лодку и рыболовные сети. Таким образом, подозреваемые выловили 800 экземпляров рыб. Это пока что за рыба? Это плотва. Плотва. Плотва, густера. Голавль один был. После задержания полицейские изъяли 3 моторные лодки и 30 штук различных рыболовных сетей. Отделом дознания МВД России по Заинскому району возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча водных биологических ресурсов. За эту статью подозреваемым грозит от 2 до 4 лет лишения свободы. Дожидаться решения суда они будут под подпиской о невыезде. Айрат Назипов, Вызов 112.